Видео больше для семейного архива. Хотела бы рассказать, как я готовлюсь к родам. У меня идет 39-я неделя беременности. Надеемся родить в течение 2 недель. Растяжек у меня нет. Живот, как мне кажется, небольшой. Ждем девочку. Пользуюсь вот таким маслом Bio Oil. Сначала оно мне не понравилось. А потом я через месяц заметила, что действительно растяжки, которые были на ногах, и ну, такие, они стали менее заметны. И я купила себе еще 2 баночки, и растяжек у меня на животе нет, а остальные, они уже такие менее заметные. Значит, гель, точнее успокаивающий крем для груди, для подготовки сосков, и тоже он используется при кормлении, то есть вот, против трещин. Ну, я надеюсь, готовиться нужно уже прямо сейчас. Я надеюсь, поможет. Будем смотреть. Дальше. Веледа это, как бы так сформулировать, против, для профилактика против появления разрывов во время родов. Там тоже особые условия использования. Не, нужно обязательно консультироваться с врачом перед применением. И обязательно читать инструкцию, либо в интернете, либо где-то как-то нужно использовать. Посмотрим. Я буду читать. Это Матерна, страна производства Болгария. Посмотрим. Вроде как по консистенции ничего, мне понравится. И мяч, на котором я тоже также готовлюсь к родам. Делаю разные упражнения, в том числе из Ютуба. Желательно, конечно, делать их каждый день. Начала я с 34-й недели. И вот это все тоже применение, тоже по согласованию с врачом обязательно. Потому что что-то можно делать. Беременность у меня 2-я. Прибавка в весе 14 килограмм. Даже 65, даже 13,5. По-моему, это немного. И первые роды были у меня 12 лет назад, поэтому я уже практически не помню, как я, что там было, но помню, что, конечно, было очень больно. Рожала я без анестезии, надеюсь родить без анестезии и в этот раз. Говорят, что роды быстрее должны вторые происходить, поэтому я хотела бы потом поделиться. Все-таки сыграл роль такой промежуток между первыми и вторыми родами 12 лет. И как в итоге прошли роды. Никаких признаков родов у меня пока нет, несмотря на то, что я на 39-й неделе беременности. Ничем меня не тянет, нигде не болит, сплю я нормально, мешают мне только мысли о родах предстоящих. Рожать будем, планируем вместе с мужем, бесплатно. Называется партнерские роды. Это есть во всех роддомах. Для этого вашему мужу необходимо сдать анализы, которые требуют роддом. В принципе, они стандартные здесь.